Наступивший 2014 год, объявленный Годом культуры в России, будет радовать нас множеством событий, направленных на демонстрацию творческих дарований, данных человеку. Это концерты, спектакли и, конечно же, проведение художественных выставок. Именно о ремесле художника и пойдет рассказ в репортаже Людмилы Медведевой. Выставочные залы Палаты ремесел Ленинского района – место, куда свои работы может принести на обозрение каждый художник. Вот уже много лет здесь проводятся вернисажи. Мастера выставляют свои работы в разных техниках исполнения. Интересно, очень интересно. И пастель, и квиллинг, и масло. Очень. И вот дерево. В наступившем году в выставочном зале уже прошли три выставки. Во-первых, к Новому году новогодние игрушки к Рождеству. Затем у нас была очень интересная выставка, она идет до сих пор. Это полезный и красивый декупаж, тоже такая приятная техника, которая украшает дом и быт. И вот сейчас идет выставка Аргентины Григорьевны Бутырины. Аргентина Григорьевна Бутырина работает педагогом в Центре детского творчества «Гармония» поселка Развилка. Ее персональная выставка носит название «Куклы и картины». Это праздник для всего нашего учреждения. Мы очень рады, поздравляем вас от чистого сердца и желаем вам дальнейшего, такого же творческого пути. Творческий путь Аргентины Григорьевны начался в городе Туринске, где она по окончанию художественно-промышленного училища работала на фабрике детской игрушки. Затем, волею судьбы, оказавшись здесь, в Ленинском районе, уже более 30 лет передает свои знания и опыт детям. За свой многолетний профессиональный труд и за успехи в воспитании подрастающего поколения Аргентина Григорьевна имеет награды, дипломы, грамоты администрации Ленинского района, а также награждена медалями в честь 40-летия города Видное и в честь 80-летия Ленинского района. На персональной выставке Бутырины представлены работы разных техник исполнения художественно-прикладного искусства. Мягкая игрушка, тряпичная кукла, бумажная графика. Вот последняя работа «Храм Христа Спасителя». Здесь очень много работ, она совмещает и квиллинг, и бумажную пластику. Там очень много кропотливой работы. Совершенствуется дальше. Бумажные графики, бумажные пластики. Мне это очень нравится. Выставка «Куклы и картины» педагога дополнительного образования Аргентины Бутыриной организована при поддержке администрации Ленинского района. Людмила Медведева, Александр Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.